Привет, друзья! Вы на канале «Маленький сад на краю вселенной». И покажу, какими выросли мои елки, которые я стригла первый раз в прошлом году. Смотрите, у них отросли лапы вот в мае месяце. А я их стригла шариками. Смотрите, как они прекрасно выглядят. Я бы сама ни за что не поверила бы, что так они могут выглядеть только после одной стрижки. Это обычная лесная ель, никакая не подушка видная там. Смотрите, какие хорошенькие. Я думаю, что нужно их опять, вот эти лапы мне постричь. Мне кажется, потом она еще обрастет один раз летом. Буду сейчас укорачивать отросшие лапы, чтобы стало еще, вот эти елочки стали еще лучше. Я прикреплю видео, как я их стригла в конце июня прошлого года, первый раз. Вот мы убрали верхушки у каждой елки. И получилась вот такая чудесная картина. Но мне кажется, что со временем эти елки рванут вверх. У них вырастут такие стволы. И будет что-то наподобие такого чупа-чупса на палочке. Не знаю, шариками. А может, и шариками будет расти, не знаю. Посмотрим. Но мне такая картина нравится.